кидает. А кто сваливал-то? Еще он так свалил-то? Надо было поближе свалить-то. Надо было, да. А? Не знаю почему. Батюшка сейчас звонит, он в Барнауле. Там уголь, говорят, у меня привезли. Может, как-нибудь там что-то. Так уже, я говорю, ребята, работают. Не имеет 100 рублей, имеет 100 сыновей. Так, а послать тебе помощь, Сергея или кого? Нет, не надо. Не у надо? У Романа важнее. Ну да. Может, я покидаю? Нет. Не дашь? Я сам докидаю. Уголь-то так хороший, правда? Ну так, хороший. Видишь, какой, какими комочками. А бабушка Серафима, ей не понравилось. Уголь? Да. А чем ей понравился? Много то, пыли? То, что быстро сгорает и все. А ей надо, чтобы комковой большой был. Как у нас? Да. Ну, бабушке-то Серафиме могли бы привезти. Шахты прямо. Путину только позвонила бы. Он же ее поздравил с 90-летием-то. А оказалось, ей 91 год. Звонят, а я у голубей там. Думаю, батюшка-то... Ой, тебя хорошая скотина-то. Заботиться тебе легко. Это сено заготавливать не надо. А как-то едет на мотоцикле, на своем этом... Как его назвать, драндулет-то? Мопед. Мопед как бы. А голуби на дороге сидят, они взлетели, он... Счет скотину-то распустил против устава. По уставу не должно. Я говорю, так это скотина, это птица божья тварь, батюшка. Смеется. Потерялась у меня буска и потерялась белая. Искал, нигде не нашел. Сижу там. Ну, дай, думаю, помолюсь. Помолился, схожу. Белая лежит на крысе. Гляжу, из травы в огороде вылазит это... Не вылазит, а бежит. А я и огород объехал, и везде-везде кричал, буска, 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 нету. Ну, думаю, может, не расположен кто-нибудь ее. Залезла где-нибудь, звякнули, да и похоронили. Как у нас Павел. А я ее землей присыпал, у Любы кошку. То есть убил ее. Она же не беспризорная. Надо ей ошейник красный сделать. Шить просто. Чтобы видно было, что она наша кошка. Ну ладно, коли так-то. Этот горох собирают еще, я у Игоря был. Я сегодня не уделал, там корни только порубил. То ли лежу, сижу и думаю, то ли поболеть маленько, я думаю, а, не буду. Только ляж, и сразу расслабление начнется. Думаю, поеду я, проверю братьев свои, чем занимаются. А чем хотели поболеть? А, чем-нибудь. То, что болезнью даже назвать нельзя. Сказать, говорит, стыдно, самому не видно. Все, свербит и как бы болит, а я говорю, не болит, это естественно, и у меня оно не болит. Я говорю, вчера на пернутом мостике, где вода-то, я разогнался на велосипеде, там 10 метров разгон давал. И проскочил, как даже не заметил. И уже на другой стороне. А батюшка-то не видал еще надпись, а надо съездить с ним на его машине тут. Ну что, пошел я, брат? Бога. Вот, а тут по соседству, вот колодец у батюшки тут. Это его двор, кирпич. Куда он кирпич этот заготовил, непонятно. А это усадьба диакона, там петушок. Порода адлерская, красивая. Пойду к Роману, посмотрю, банька, он любит красиво, вот там Алёша строится, тоже красиво любит. Закончил? Крышу покрыл.
Где его плотников подошел, говорит, смотрю, где ты с шифером учишься, давай тебе помогу. Я говорю, да я уже все заканчиваю. А я видел, он подходил. Да. Я только не знал, зачем. Это матушка отдала огурцов. Ну, я не знаю, какие они огурцы, хорошие, нет. Все. Кончил дело, гуляй смело. Завтра в баньке помоешься. Собачка-то как у него? Никто и не гуляет без батюшки. С ней вместе. Велосипед на улице. А где собачка? Где собачка у него? Вот она. Ой-ой-ой, пришла она. Стой, тихо. Рена, ой-ой-ой, да хорошая, это ураганова дочка. О, это невозможно подойти. Вот так. Что такое? Все. Ну. Ой-ой-ой. Хорошая собачка, красавица. Ну. Ну-ка, голос, подай. Ну, кто там? Закрыта, дверь сама открывает и лает. Матушка ушла, ее нету. А там, где картошка? Да, там она и есть. Ну, ладно. Володя вот отсюда подходил. Плотников, как видит, кому помочь. Очень легкий на помощь. Сразу бежит, молодец.